Всем привет! В эфире «Народный патруль». В этом выпуске все то, что так волнует жителей нашего города. Катера, плавающие сами по себе, медведи в городе и рыба на дорогах. Если вы сняли интересное видео о том, что происходит в городе и области, присылайте его к нам в WhatsApp на номер 8-924-850-26-62. Поехали! Магаданские уличные гонщики нашли новый способ узнать, кто быстрее. И метод сам по себе хорош, но проводить такие соревнования на дорогах общественного пользования нельзя. Не знаю, какое нужно оказывать сопротивление, чтобы человека так задерживали. Интересно, что совершил этот гражданин, что для его ареста сотрудники правоохранительных органов выбрали такой метод? В Нагаевской бухте два катера пустились вплавь без людей. Теперь придется искать новые лодки, чтобы догнать старые. Если вы однажды услышите историю о том, как кто-то поймал рыбу голыми руками, да еще и прямо на дороге, скорее всего, перед вами тот самый счастливчик, на чьей улице перевернулся грузовик, только с рыбой. Рыбалка началась на Оле. Магадан рыба потери несет. Медведи подбираются все ближе и ближе к населенным пунктам. Скоро и вправду присказка о том, что в Магадане косолапые ходят по улицам города, станет реальностью. Магадан, объездная. Мишка ходит по Магадану. На объездной его возле заправки. И снова речь о доступной среде. Мамы с колясками, и мы, кстати, тоже, возмущены отсутствием плавных съездов и пандусов на пешеходных переходах. Район Карла Маркса, 65. Вот, очень хочется попросить нашего градоначальника и тех, кто занимается у нас дорогами, вот где здесь находится пандус, чтобы можно было проехать с коляской. Сняли интересное видео о городе и его проблемах и радостях? Присылайте его нам на номер WhatsApp 8-924-850-26-62, и мы покажем его в эфире. Авторам лучших роликов дарим подарки. На сегодня все. Пока! Каждый раз, когда ты закуриваешь, в тебя попадает более 7000 токсичных веществ. Вот настоящая цена курению.